Абдулла, ты сегодня дебютировал, поздравляю тебя с дебютом. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях и эмоциях. Спасибо большое. Ну, хотел поблагодарить руководство, тренерский штаб за то, что дали эту возможность. Это только мотивация для меня работать дальше. Буду работать. Ты всего месяц назад дебютировал за молодежную команду, а сегодня уже вышел за основу. Как тебе это удалось? Ну, тренировки, только тренировки. Никак по-другому. Какие эмоции от сегодняшней игры? Ну, прям эмоции фонтан. Рад очень и победе, и своему дебюту.